Уже говорил, Кулябин сказал, что в современный теннис, Tennis Education, можно найти его на канале, что это преимущество свое дает в современном теннисе, за последние 15 лет изучили наибольшее преимущество дает. Отработанный форхенд, отработанный бэкхенд, и оказывается, отработанный форхенд волей. Драйв волей. Ну, отработанный удар справа. Вот это. Такой удар справа. Эти три вида ударов наиболее востребованы для победы в теннисном матче. Они изучили. Но у кого меньше ошибок в этих ударах, тот обычно побеждает. Кстати, у нас американец владеет единственный приезжий американец. Месяц назад он с нами начал играть в теннис. Он у сетки владеет удар то ли лопата, то ли этот сверхним или прямым вращением, убивающий гвоздь удар. У нас именно так стабильно никто не владеет, как он. Сейчас, а как же наработать форхенд волей, драйв волей? Вот один из способов здесь на стенке. У нас регулируется барабан. Мы по нему стучим. Так. И нарабатываем себе драйв волей. Слайсом, с верхним вращением, прямо. Отходим. Тоже нарабатываем. И точность у нас нарабатывается. И драйв волей нарабатывается. Надоело так стучать. Повернули. Хотите так. И у нас уже изменился. Как можно больше создаем игровых ситуаций, воображаем на корте с разным углом наклоном этого барабана. Так что 80% времени на стенке или где-то на тренировках уделяйте этим трем видам, которые способствуют наибольшему прогрессу. Форхенд, бэкхенд и удар справа с лету.